Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам сейчас в эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». И вначале расскажем о погоде. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем в горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 20. Температура ночью 3-8, в горах минус 3, плюс 2, а днем 14-19 выше нуля и местами до плюс 9. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 5-7, днем 16-18 градусов тепла. Вопросы противодействия дистанционному мошенничеству обсудили в МВД Карачаево-Черкесии. Участники встречи обсудили вопросы оптимизации информационного взаимодействия и электронного документообразования при раскрытии преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Было отмечено, что мошенники используют возможности получения у оператора связи сим-карт, оформленных на лиц с вымышленными анкетными данными, либо когда сведения о владельцах отсутствуют. Эти сим-карты также используют для вывода денежных средств. Следует отметить, что за подобное участие в преступлении владелец карты может быть привлечен к уголовной ответственности. Правоохранители предложили кредитным организациям предупреждать своих клиентов об этом. В Карачаево-Черкесии в этом году будет отремонтирован 31 многоквартирный дом. На объектах будет произведен капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем, также капитальный ремонт фасада и замена лифтового оборудования. Отметим, что с начала действия программы проведено 677 видов работ в 553 многоквартирных домах. И заглянем в календарь. Сегодня день сотрудников военных комиссариатов в России, Международный день цыган и День российской анимации. 112 лет назад состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на ногайском языке. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.